победитель отбора уже в ближайшее время полетит в первую командировку. Многие из вас говорили: дайте мне футбольный мяч, я все докажу. Вот вы сейчас и покажете, это просто пенальти, любой бомжих может забить. Охренеть! А ну нах! Блядь! Из 5 ударов забило 2. Бля, ну это жестко! Участник блюет! Райз вообще похуй. Я на лысо ёбнул, психанул. Он говорит: похуй, выходи на улицу. Ладно. А это, блядь, вышли туда и стойте, как рабы, блин. Счастливо. Они еще скажут: мы через 5 часов, ребят, будем. Подождите, мы высыпаемся. Точно, уже точно замерзли. 5 часов стояли, это пиздец, в таком виде. Здравия желаю, уважаемые товарищи, участники конкурса по отбору на спорте! Спокойнее, Дмитрий. Понятно. Вас сегодня ждут великолепные челленджи и незабываемые эмоции. Вы хотите попасть на спорте, и многие из вас в первый день заявляли о том, что футбольно вы хотите себя проявить, у вас не было такой возможности. Здесь вы с лихвой получите эту возможность. Вы должны помнить, что победитель отбора уже в ближайшее время полетит в первую командировку. У нас в спорте будет матч в Казахстане на огромном стадионе, который принимает матчи Лиги чемпионов и отбора к Евро и к чемпионатам мира. Поэтому цена вырастает. И я сразу скажу, сегодня будут некоторые неприятные, возможно, для вас моменты, особенно для тех, кто вылетел в первом раунде. Но, знаете, это того стоит. Те, кто хочет уйти, могут сделать это прямо сейчас. Даже те неприятные моменты, с которыми вы столкнетесь, они не поставят крест на вашем продолжении и участии. У вас еще будет шанс остаться. То есть здесь вы не сразу вылетаете. Есть какая-то подушка безопасности. Но она, конечно, иллюзорна. Вы с ней столкнетесь. Итак, на данный момент мне нужны те люди, которые проиграли в первом конкурсе. Поэтому подходим сюда, берем фломастеры, пишем свои фамилии и заворачиваем бумажки так, чтобы мы не видели. У наших друзей Винлайн есть приложение, в котором можно смотреть бесплатные трансляции матчей, а за регистрацию в приложении дается бонус. Не забудь подписаться на наш канал на спорте, поставить лайк, колокольчик и оформить подписочку. Итак, друзья, первый челлендж для вас будет самым простым. Мы проверим вас на умение сохранять рассудок и работать под давлением. Все, что вам нужно будет сделать, это просто пробить пенальти. Ничего суперсложного, но одно но. Наказание, которое как раз вам и добавит интересных эмоций. Здесь будут сначала ваши фамилии. Мы будем вытаскивать. Мы будем вытаскивать. И в этом порядке вы будете бить пенальти. Промахнувшийся сразу же уходит к нашему барберу на стрижку и выбывает из этой части конкурса. Но у вас будет еще две возможности остаться. Соответственно, лучше бить последним. Потом 6 человек из вас, которые испытают на себе стрижку или покраску, будут играть в футбол 3 на 3. Для того, чтобы в том числе отсечь тех, кто не способен показать себя и в этом виде игры. Многие из вас говорили: дайте мне футбольный мяч, я все докажу. Вот вы сейчас и покажете, это просто пенальти, любой бомж их может забить. Любой. Ну давай, будем по одному. Ты не смотрел кто? Доставай первую любую бумажку, отвернись. Давай. Вот она. Замошников. Брат! Братишка! Ты не зря! Егор! Егор! Вставай на рамы! Давай. Вообще, давай. Все, бей. Хеллбой, мимо! Я просто тяжело сложно, я люблю так. Все, иди к барберу. Ну, как, почему ты думаешь, он проиграл? Первый же пенальти мимо. Не, он промазал просто.
так-то он гений, но просто промазал. Да. Давай ты за него выберешь лишку. Озеро в лесу. Расчехняй, братан. Я ударил, значит, да? Я должен был это сделать, ребят. Надо всю жизнь попробовать, ребят. Да ну нахер, у тебя пацан. Прости, перед камерой не ходишь. Бля, пацаны. Ну что, как ощущение? Сто лет так не делал. Как чувствуешь, стрига заходит? Тоже нормально. Охренеть. Да ну нахер. Ты серьезно? Что, мужики, мы наконец-то стали понимать, что такое озеро в лесу. Не, братик, это фейт, тебе фейт пока делаю. Я не знаю. А, блядь. Я сильная прическа, честно, я не... Пацаны, как я буду смотреться с банданой? Я охуею, отвечаю. Ты как этот, блядь? Блядь! Итак, друзья. А вы прикиньте, вы выйдете на стадион, там из The Family, тысячи казахов, какое давление. Вы же, блядь, из-под трибунки, походу. Второй. И это у нас казаку. Давай. Ты всегда в ну давай. Скажи про то, что футбол два года не играл. Бутсы не те. Мы у этого близнеца слышали, что бутсы не те. Ты понял? Этот хитрец побрился на префайр. Свисток. Бля! Кого вы привели на этот арт? Вы чё, бля, пенальти пробить не можете? Один еле добил, второй выше этой арены Альфа-Спорт. А вы прикиньте, вы выйдете на стадион, там из The Family, тысячи казахов, какое давление. Вы же, блядь, из-под трибунки, походу, не увидите. Тащи. Это Бо. Ого! Слушай, ну ты человек взрослый. Мужик, ты прошел через дом 2. Ты сейчас пенальти этот получишь, изи. Я вижу по своему брейку. Ненавижу там пенальти бить. Ненавижу. Хорош! Хорош! Егор, почти! А ты что по центру-то пробил? Ну, падает. Пенальтисты топовые. Ладно, поехали дальше. Феоктистов. Давай, давай. Давай, спокойно. Бля, футбол этого не стоит. Бля, наконец-то кто-то в неделе в футболе еще до попадания говорит, что футбол этого не стоит. Да! Да ну нет! Да, братан! Посмотри на это! Посмотри на эту красоту! У него просто сердце сейчас выпадет, блядь! Давай, феоктистов, это свисток! Ой, попал как, блядь, сам охуел! Нет, слышишь, прям в угол! Феоктистов, да ты не так прост, блядь! Ты не понимаешь, у тебя мощь внутри есть! Так, давай следующий! Даниленко Влад! Фишка, ты так добро выглядишь, братишка! Как у него там этот... Брат, скажи свою фирменную перед пробитием, камера. Каждый день я рандомно подписываюсь на своих новых подписчиков, так что заранее подпишись! Все, свисток дан! Поехали! Блядь! Ну, вперёд! Братан, мы придумали игрушку дьявола. А чё ты начёсываешь там, родной, нахуй? Идёт начёсывать. Есть варик на нормальную прическу, нет? А ну чё, он же идёт стричься, чё он стоит? Да, конечно, пойдём. Пойдём, братан. Да ладно, после лысины волосы лучше растут, знаешь, такую тему? Мы привели следующего конкурсанта. Бля, чуваки, ну вы чё, нахуй, пенальти не можете забить? Озеро в лесу. В лесу, в принципе, ты уже видел, как оно выглядит. Это ужасно. Это ужасно. Бля, я сразу постригусь на лысо. Но определенный стиль в этом есть. Поддержка, поддержка. Это моя любимая. Поезд. Брат, это новый тренд. Сразу понятно, на скорте вышел. Блядь, старый. Ебать мой хуй. Одни озера просто. Команда озер. Следующий мистер Аллен. Где он? Пацаны, ну вы хотите, чтобы он забил или нет? Честно. Пацаны, вы слышали, что он про меня говорил? О, он не хочет, он хочет, чтобы... Бьем! Давай, свисток пошел. Я слышал срочку капшот на голову, блядь. Сейчас ты его себе выберешь, блядь. О, Егор, это сейчас сильно. Мельников. Мельников кто? Не, ну давай, блядь, сахар. У нас из 5 ударов забило 2. Из 6 2. Из 6 2. Ну давай! Всё, пошел! Бля, слушай! Рядом! Это, ну, самое хорошо было так, прям в угол, четенько. Бухар, медийный футбол тебя ждет. Давай! Сделай шаг ему навстречу! Под джуниор на месте.
Понял такой. А он как мразь себя ведет, он слишком уверен. Он прям такой щей, как будто он сейчас подойдет, просто в 9 сунет. Пошел! Пиздец, блядь! Ёб твою мать! Пойдем, брат, пойдем. У меня аж глаза почернело, ёбцы. Пока не поздно. Пришел, блядь, на отбор, по скайпу. Бро, пойди по-братски. Саныч, ты зачем на отбор пришел, брат? Я не знаю. Ладно, бро, все нормально. Зарастет, заживет. Сегодня ты подстригся, а завтра ты блистаешь, понимаешь? Лысый. Давай, брат, все, работаем. Интервьюер из меня, конечно, пиздец. Просто два слова. Все, работаем. Идиот, блядь. Самая ебучая прическа, я не забил. Охуеть. Оп, а пульсик-то чувствуется, братик. Пульсик, там пульсик просто, блядь. Сразу пошел. Блядь, ну как так ебаться, блядь? Я говорю, давай я выше, давай я выше. Шторы! Я чувствую. Блядь, он подходит под шторы. Ёб твою мать! Витя, притча скрывает башку. Она треугольником. Ебать! Ебать! А под какую? Под тройку хотя бы? Под ноль, брат? Блядь, если он сейчас не забьет... Ну давай, все, ты можешь бить. Подожди, стой. Не, у этого ебашит просто наглухо, понял? Так у тебя кто ебашит, у него ебашило, и он выиграл. Да, и он забил. Да. Бля, уверен. Так, господа! Слышите, второй круг. Второй круг? Второй круг! Из вас четверых один вылетит. Выбирай любую. Гага. Гага. Два подряд, давай. Ты Егор! Пристрелялся. Нет, нет. Он два подряд бьет. Нам нужен последний вылетевший. Все! Все! Все, все, братан! Бля, ну это пойдем жестко. Туда, к стрижке, и там встанем вокруг. Это худшая реализация в истории футбола. Блядь, посмотри на Бухара. А я скоро такой же буду, блядь. Это пиздец смешно. Спортивный классик. Бля, не могу. Ай, чуваки. Я заканчиваю нахуй с этим спортом, блядь. Знаешь, как обухар, что ли? Бродит звучит стрёмно. Давай, братья. А что за стрижка-то? Ты что, не знаешь Продиджа? Бля, ты понимаешь, сколько они не забили? Они не забили 6 из 10. Да. Бро, ну это легко исправить, ты же надо пробить, да? Не-не-не-не-не-не-не. Боянь. Бля, я не хочу смотреть, я боюсь. Жестко, жестко, жестко. Ладно, бро. Очень жестко. Да я честно в ахуе. Я не буду смотреть. Я в ахуе. Пока я уверен в себе. Я просто в ахуе. Я еще с той притчи говорю. Я хуй знаю, там уверенность сразу падает нахуй. Бля, бро, ну ладно. Бля, пока уверен. Гага отказывается, короче. Самое прикольное то, что. Гага отказывается, он домой. Я помню, знаешь, я помню, что ты сказал. Я на футбольном поле все докажу, братан. У тебя хорошо вышло. На голове теперь. Специально промахнулся, чтобы сделать новую стрижку. Ладно, базар, тебе идет, кстати, стилек такой, да. Что это такое? Покажите, да? Я голову не сделал, так вот. Блядь, я так вот. Блядь. Ёб твою мать, что это такое? Ну ладно, на самом деле красиво. Я думаю, вы согласны с этим. Если да, то ставьте лайк. Бля, давай, у типа руки просто, блядь, так трясутся. Это... Покраска. Покраска. Повезло. Просто, фу, ну это просто чисто, знаешь, с Богом. Блядь, потому что вратарь вратарю. Так, перманентная покраска. Через неделю отмоюсь. Тронь хотя бы кончик, и я тебя скормлю аллигатором. Но у нас есть один участник, который не захотел стричься. Не могу просто. Ты решаешь уйти, да? К сожалению, да. Не хотелось, конечно, но...
Ну, сам виноват, пенальти не забил. А почему ты отказываешься от дополнительного шанса? Ты же уверен в себе на футбольном поле. Да, ну, типа, ну, пенальти сами себе показали, что, типа, чуть-чуть рисовали, все. Поплыл, но то, что тебя потрясывает, есть такое. Но это ж медийный футбол. Я типа, здесь ты должен быть готов. Зачем тогда идти на отборочный, если для тебя это является таким триггером? Ну, я же не знал, что такие прям жесткие будут наказания. Не, наказание кайф. Бля, если бы не съемки, я подстригся бы вообще насрать. Но у меня съемки, я не могу. Мне потом ёбнут просто. Ну, так, приходится в жизни выбирать, что это придется печально. С тобой попрощаться. Слушай, ну, прощаемся мы, к сожалению, так. Да. Не-не, какие-то... Руки-базуки просто пробивают тебе сейчас одну жопу мячом. Ну, так становишься, а он с линии вратарских хуярит. Ну что, ну прости. Так, ну что, хоть как-то же ты должен просто бросаешь был. Свою команду. А если было мало, тогда готов ебало. Чтобы чуть-чуть было видно. Парту мастер. Есть такое. А, зеркало мне, пожалуйста. Нахуй, сними, блядь, ты че? Ребят, ну короче, офигенно, 13 рублей. Не постригся, ребят, все, не, все охуенно. Снимаешь внутри, короче. Вот так берешь, делаешь и все. Брат, знаешь что, я попробую отомстить за всех, понял? Давай, брат, всех съебать, всех съебать. Просто, надо. А ты давай лучше обратно одевай. Не, я ему кепку обещаю, я прям обещаю, куплю охуенную кепку Гуччи. Да, блядь, ты это сбреешь и нормально будет. Тебе лицо, понял, с любой прической идет. Бывает. Парни, работаем, понимаете? Вы работаете, Work мы hard, работаем. Work вот hard. Просто. Вот. Камера в камеру, родной. Как говорится, оператор оператора видит издалека. Работаем. Мы провожаем первого проигравшего. Ты был молодцом. Спасибо. Пока. Бля, насколько это позорно, блядь. Вы что, ёбу дали? Можно было отказаться от слишком просто. Ну он вылетел и ушел домой. Да. Он уходит домой. Бля, Бухар, такой ты логичный, чё, пиздец. Я думал, хуёв, ебаный нахуй. А ты думал, может, тебя тут убили, что ли, блядь, чисто, типа? Нахуй. Ну, можно, блядь, было интересный не бить, тип. Так. Ну, фикус уже нажал, стерянился. Бля, я вообще... А что там случилось? Ты меня снимаешь? Бля, камеру убери, пожалуйста. Я зеленый. А ты в футбол играл когда-нибудь вообще? Да, раньше. А, ты прям рубился, да? Дворовой, лет 5 играл раньше. А у тебя какой размер? Может, у нас бутсы есть, где твои? 42-й. Пацаны, есть 42-го размера бутсы? Есть. 42-го? Есть, вот есть. А ты же играть будешь? У меня вторая пара есть. А, дай ему, пожалуйста. А ты за кого болеешь? Смотря какая премьера. В России. ЦСКА «Зенит» болел раньше. И за тех, за тех? Да, да. Ну, в основном за «Зенит». Понятно. Ну, поэтому мы тебе сейчас свитер Спартака наденем. Сейчас дай мне... А? Все, все, все. И вот он, первый трансфер Спартака в новом сезоне. Я редко вообще был на таких полях, на настоящих. Обычно, ну, в дворовой футбол играл. Он говорит, в Пятигорске плохо с футбольными полями. Да, там два поля на весь город. Мэр города Пятигорска, братан, сделай людям приятно. Ну, я вряд ли туда вернусь когда-либо. Ну, я к Москве уже привык. Вот. Ну, Москва портит людей. Ты готов к игре? Ну, постараюсь, все, что могу, то сделаю. Я как болельщик Спартака думаю, что могут не понять, поэтому, пожалуй, какую-нибудь другую футболку наденем. Все-таки он болеет за ЦСКА и за «Зенит», и футболку «Спартака» было бы надевать, ну, как-то, на мой взгляд, неправильно. Я за «Спартак». Не надо. Есть другая футболка! Короче, руки-базуки пришел к нам, и вот этот человек дал ему футболку «Спартака». Так я сейчас вообще... Он еще сказал, что это первый трансфер «Спартака». Да! Нападаешь, который наконец начнет забивать за «Спартак». Ребята, всем пока, я уехал домой нахуй. Берем еще раз бумажки. Сегодня у нас есть один великий вратарь, вот он. И к нему присоединяется второй великий вратарь, Диджей Аллен, сразу туда. Ну, ты сам понимаешь, тебе повезло с прической. Но не повезло с тиммейтом туда. И сейчас еще один человек у нас вытянет того, кто идет в эту команду великих футболистов. Тяни. Там будет написано «Б». Не, это Бухар. Нет, мимо. Так, следующий. «Б». «Б». Ты отправляешься в этот коллектив. Итак, как вы поняли, к сожалению, от нас ушел Гага.
потому что он очень модный парень, которому нельзя стричься. И он получил по жопе от рук Базук, наклонившись головой к выходу и жопой к команде. Как раз таки вместо него к нам зашли руки Базуки. И путем жребия мы вытянули ему подходящую команду. К рукам Базукам попал мистер Аллен в знак наказания за использование ружья и за то, что ему сегодня, наверное, повезло, и за то, что он не поддержал команду со стрижкой. Среди этих бумажек выяснится еще один человек, который отправится к ним. Но все равно этого парня одного Дима Тарасов сможет оставить, если тот супер крутой. Играет два тайма по 3 минуты. Сразу предупреждаю, уровень борьбы, как в английской премьер-лиге. Никаких этих свистков за минимальные толчки. Желтая карточка – это прыжок с двух ног. Сзади, в лицо. Самое главное, играя, вы должны помнить, даже если вы бездарно сливаете, все равно у вас всегда есть шанс остаться. Если нам понравится какое-то ваше действие, если нам понравится, что вы рубитесь, в любой момент Дима Тарасов может сказать, он будет идти с нами. Но вам нужно не забывать о том, что играет команда, понимаете? Если вы будете тянуть одеяло на себя, это может быть воспринято не так, как вам кажется. Если вы проигрываете, все равно двое вылетают. Поэтому будьте как команда, у вас уже есть кое-что, что вас объединяет. И если вы побеждаете, вы точно проходите дальше. Ты засланный казачок. Какой счет будет, как ты думаешь? Как такие ворота тяжело вообще забить. Ну что, меняемся амплуа, дружище? Дашь нам шанс на победу, хотя бы маленький? Давай, пусть он будет на воротах, ты тогда будешь в поле. Если что, поменяйся. А я принял. Красный Ликов контролирует, видишь, что все играющие. Команда спешит! Так, ну как, ты хорош! Ну куда? Красный момент. Белый, белый. Тут все строго, у нас английские судьи подъехали. Опа, хорош. Хорош. Ой, вот это сейф, конечно, был сейчас. Нормально так. Опа! Ой, давай, Бухарь, давай, ты ж футболист! Слушай, пас играйте! Не, в натуре нормально. Да. Они играют. Они играют по 3 минуты. Так. Товарищ судья. Да, мимо. Хорош, хорош. Нормально, нормально. Атакуем? Ну, радио сюда вроде. Я бы его оставил. Во втором тайме запрещено играть вратарю руками. Хорош, хорош, красиво. А где? Бля, Бухар, пиздец ты финты хуячишь. Вот, давай, давай. Хорош атак. Отворот! А, угловой. На кого ставишь? Второй тайм на нельзя. На кого ставишь, скажи? Жестко ты играешь, это неплохо. Отыгрывайся, вот ты. Во, блядь, красавец! А у кого еще нет? Сейчас вообще нельзя. Последний тайм 3 минуты. Они держат хорошо. Подустал, 2 года без футбола, да это себе знать, я считаю. Неплохо. Играем. Без рук в вратаре играет. Нет, с руками, большие ворота с руками. Нет, центр, центр, хорош, перехват. Ой-ой-ой, да не в тем вот не надо было в первом тайме, в тем вот надо было. Вот и блин, блядь. Хорош, блядь. Все, блядь, ты вообще в порядке. Лево, лево, лево. Дай нам. Все, может, бей. Кипс класс, блядь, красава! Кто бил? Братарь! Да ну, блядь, отдыхаешь! Один, один, сзади, сзади, нормально, сзади! Нормально, будут до гола играть! Кидай! На нахуй! Ебануться! Стоп! Нахуй! Минута! Минута! Нет вратаря, белый! Белый, нет вратаря! Вот и все! Играй, играй, мучайся! Я ему все сказал, пацаны. Да нельзя так! Что ты сделал, блядь? Пиздец, блядь! Что? Я умер!
блядь! Закончил, добавленное пошло. До гола, до гола! Загола, давай, давай! Обосик, раз-два, раз-два! Ой-ой-ой-ой-ой! Аут-аут-аут-аут-аут! Что происходит? Тут пизда, что было? Да догола горжа, так торопится. Ты не видел? Нет, брат, я не видел. Мазуки бежит там, вратарь просто бьет с... Да куда ж ты на себя все вот, вот так бил, короче. Смотри, опять это гол, блядь. Блядь, да? Можно гарантировать? Ты видел, как мяч? Я сам гарантирую, как это было? Я не ожидал, от головы улетел и был... А ты видел, как мяч делал? Нет. Это твой первый гол? Да, да. Да, я раз работал головой, как говорится. Спасибо. Серьезно, блядь! Пацаны, сходите в церковь, поставьте, блядь, пожалуйста. Бухар, я тебя больше не знаю. Бля, пацаны, я сейчас хуйня. Все делал. Что ты делал? С центра поля был, со своих ворот бил. Вам, блядь, не стыдно, вам, блядь, руки базуки забил, блядь. Слушай, базуки на головой хорошо играет, именно головой. Да ебать головой. Да он, ты видел, как он вот так вот, блядь, сделал? Да. Пацаны, ну ладно, у вас есть шанс остаться. Нужно будет сделать ничего сложного. Мы отсчитаем 30 метров от ворот. Поставим руки-базуки в раму. И у вас есть один удар. Если вы не забиваете, то с позором уходите. Но если забиваете гол, то остаетесь. Это реальный шанс. Да. Мы, блядь, проиграли, как самые великие неудачники на планете Земля. В колено, в руки, базуки мне ебанул сильно прям. Прям пизда нахуй, я ж охуел, блядь. Слушай, а если мечом попаду, то нормально им все будет? Нормально. А, типа, не ебанет, да, ничего? Да, нет. Ну ладно тогда, хорошо. Блядь, Алекс, покажи, как у нас умеет. Дайте кого-нибудь, как, кто снимет, что участник блюет. Давай. Ты вообще знаешь? Ты тут? Что с тобой? Блюю, блядь. После 2 лет отдыха без футбола это нормальная тема. Бля. Пизда. Бля, нам кармический пиздец. Чего? Мы наоборот развлекаем их, самим весело все. Да ты весело, посмотри, их ебальники, когда они проиграли, им 2 рикошетами, бля, от рук базук залетело бы. Бухар, ну после, если ты сейчас не забьешь, надо в монастырь с такой прической, понял? Ну согласись, блядь, в принципе, мы вот в этом конкурсе, блядь, постарались сделать все, чтобы вы остались. Бля, ну это пиздец, блядь. Потому что мы, блядь, взяли, ну, отдали базук. Не, подожди, хочешь сказать то, что у вас команда была слабее, блядь? Мы специально отдали Алина и базук, блядь. Я понимаю, слабее, значит, типа. Шара, блядь, залетела. В этом и прикол. Ты не можешь, блядь, соберись. Сейчас надо. Соберись, истины. Блядь, ну реально. Тебе надо просто попасть, блядь, в ворота. Блядь, ну ты реально мог забить просто пенальти руки, до этого, блядь. И все. У нас из-за блевоты, к сожалению, задерживается один участник. Поэтому я объявлю о следующем конкурсе без него. Мы выгоняли их как после могли. Интервью. Они могли просто забить пенальти. Было такое. Или обыграть руки-базуки. Ничего из этого они не сделали, но мы все равно хотим, чтобы они остались. Мы даем им последний шанс. 24 метра до ворот. Занимай место в воротах и выгони их всех. Кто забивает, остается.